Яркое событие произошло в городском поселении Монино. Самые маленькие жители и их родители пришли на Аллею Героев на праздничное открытие новой детской площадки. Этот игровой городок – результат реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье». Еще полтора месяца назад представители партии «Единая Россия» проводили здесь субботник и контролировали начало строительства будущей площадки. И вот он, прекрасный итог работы – красочные, разнообразные, удобные и безопасные игровые формы. Сейчас выработан стандарт благоустройства городской территории, чтобы в каждом городе, в каждом поселке было обязательно место отдыха, отдыха жителей, отдыха детей. Вместе с появлением площадки преобразовалась и территория аллеи. Теперь здесь будет царить радость и слышаться детский смех. Ведь исполнение таких программ и направлено на то, чтобы дети росли в комфортной среде. Всем этим детским площадкам правительство Московской области, Министерство ЖКХ придает особое значение, потому что все это идет во имя исполнения, прежде всего, обращений для жителей, для создания благоприятных условий жизнедеятельности. Жители Монино сделали правильный выбор. Совет депутатов теперь работоспособный. Вот. Мы здесь, как я уже сказала, с единороссами выходили на субботник, и вот реально через полтора месяца я вижу, насколько улучшилась вот эта вот зона, которую можно назвать парковой зоной, можно назвать аллеей героев, но самое главное, что все это делается для жителей. И на этом местный совет депутатов останавливаться не собирается. В планах и дальше развивать социальную сферу, восстанавливать спортивные объекты и организовывать культурные мероприятия. Мы действительно ориентируемся на восстановление нашего стадиона, спортивных объектов, спортивной инфраструктуры, культурной. И деньги будем вкладывать именно в социальное развитие детей, там, где они могли бы заниматься спортом, духовно расти. Детские площадки – это обязательно в каждом дворе. И ребята этому, конечно, рады. Чем больше площадок, тем больше веселья. У каждого ребенка уже появились развлечения на свой вкус. Открытие новой игровой зоны стало настоящим праздником. Мне нравится, что она красивая. Самая моя любимая площадка. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».